Хор ветеранов от всей души поддержал сегодня вынужденных переселенцев и поделился хорошим настроением. Организатором концерта выступила общественная организация «Труженики тыла и ветераны труда». Своих не бросаем. И, безусловно, начал искать средства. Нашел средства. У нас добрых людей в России очень много. Вот. Сумел 170 подарочков приобрести хороших и привезти сюда. Своих не бросаем. Это, знаете, как знамя прошло по всей Матушке России. Действительно, мы не бросим. Безусловно, будем решать. Безусловно, вопрос непростой, тяжелый, но я думаю, мы решим. Артисты хора исполнили известные всем советские песни, признаются перед выступлением, немного волновались и очень хотели создать теплую атмосферу. Гости региона не жалели аплодисментов, а во время исполнения некоторых песен поднимались со своих мест, подпевали и не могли сдержать слез. Конечно, это безусловно важно в связи с тем, что, ну, первое, это поднимает настроение, да, в достаточно нелегкий момент сейчас. Вот. Мы со своей стороны их поддерживаем, и такие мероприятия тоже позволяют как раз, наверное, почувствовать, что они как дома. В зале женщины и дети. Нина Головченко со свекровью и четырьмя детьми приехала из Донецкой области месяц назад. Говорит, уезжали с тревогой, переживали, как примут в России. Когда приехали в самарский пункт временного пребывания, успокоились. Семью сразу же разместили, оформили необходимые документы. Проживание комфортное, отмечает Нина. Есть врачи и психологи, а также воспитатели для детей. Все необходимые условия созданы. Нас 3 раза кормят здесь. Детям дают полники, праздники, возят везде детей. Дети учатся у нас. К нам очень все хорошо относятся, психологи, все, кто находится здесь, работники. Всегда поддержат, помогут, подскажут, укажут. Полностью все. Конечно, мы им за это очень благодарны. Свекровь со снохой полностью согласна. И хорошее настроение после концерта тому подтверждение. Мы приехали, мы даже не ожидали, как нас встретят. Мы боялись до последнего, потому что 4 детей везли и младенца. А здесь все замечательно. Мы пишем, что нам нужно, нам привозят. Ребенку питание, все. Сейчас люди надеются, что вскоре все наладится, и они смогут вернуться домой к спокойной и мирной жизни. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.